Открываем рейтинг умелым розыгрышем большинства в зоне Лады. Фонтейн и Скилли ассистировали Куинтону Хаудену. Чуть выше располагаем успех защитника Евгения Лисовца в поединке с Трактором. Третью строчку отдаем трудовому голу старательного Александра Китарова в фееричном матче с Магниткой. На второй позиции мастерски завершенный Джастином Фонтейном. Выход 1-0 во встрече с ЦСКА. Звание лучшего из лучших даже не обсуждается. Это Джек Скилли, это его гол в ворота Трактора.